Привет-привет, всем привет, с вами снова ваш любимый канал Супер Тюнинг. И сегодня мы будем делать тюнинг проект всем известной машины. Это автомобиль Lada 2110, вот она, десяточка, все ее видели, все ее знают. И мы будем сегодня делать тюнинг этого автомобиля. Итак, начнем с пакетов. На этот автомобиль существуют некоторые пакеты. Вот один из них. Сразу ставим его. И что мы видим? Посмотрите, какая красавица у нас сразу получается. Прелесть. Супер, суперская машинка получилась. Так, этой машины теперь я не знаю, что нужно бы такое добавить. Ну, давайте подумаем. Так, давайте. Так, что входит в этот пакет? Видите, крылья, передний, задний бампер. Так, давайте попробуем убрать ручки с нашего автомобиля. Вот, да, это уже хорошо. И нет, подвесочку, как вы видите, нельзя опускать. Делаем тонировочку и переходим дальше. Так, зеркала. Посмотрите, какие убогие, некрасивые зеркала. Давайте поменяем их, сделаем что-нибудь более такое современное и спортивное. Так, не знаю. Сейчас поэкспериментируем. Так, это тоже как-то не сильно смотрится. Нет, наверное, все-таки вот эти вот зеркала, вот, да, будут смотреться самое лучше. Дальше. Что мы имеем? Так, давайте поменяем немного задние фары. Что мы можем сделать? Такие задние фары можно сделать. Так, затемненные, светленькие. Нет, давайте первый вариант, самый оптимальный такой, красиво смотрится. Да, красиво смотрится. Так, что дальше? Спойлер. Нужен ли нам спойлер на эту машину? Ну, верхний, наверное, спойлер я ставить не буду. А вот на багажничек спойлер, наверное, все-таки поставлю. Вот такой небольшой можно поставить спойлер. Можно еще поменьше поставить. Ну, давайте пока поэкспериментирую. Так, ну нет, огромный. Хотя смотрится довольно-таки неплохо. Ну, я думаю, огромный спойлер нам ни к чему. Так, экспериментируем. Да, интересные виды спойлеров у нас. Так, ну, вот, все. Я другой даже ставить не буду. Все, наша Лада превращается сразу, ну, не знаю, в Субару, наверное. Так, капот. Что мы можем поменять капот? У нас тоже есть куча разных капотов. Так, вот такой вот капот. Ну, не знаю, видите ли вы или нет. Небольшие такие выемочки. Нет, не очень мне нравится. Давайте посмотрим следующий. Вот. Это уже получше. Вот такой вот капотик мы сделали. Так, что теперь? Воздуховоды. Так. Так, вот такой мы поставим воздуховод наверх. Смотрите, как он смотрится гармонично. И на капот. Ну, давайте попробуем еще и на капот влепить что-нибудь, как говорится. Нет. Так, нам нужен такой воздуховод, который не сильно. У нас и так есть дырочки на капоте. Ну, вот такой вот, который закрывает немного наши дырочки. Нет. Так, сейчас мы будем с вами что-нибудь подбирать. Вот, ну, опять же, не то. Так, видите, все такие уродливые какие-то у нас воздуховоды для капота. Ну, это вообще просто непонятно. Так, давайте посмотрим, что еще сюда можно придумать. Вот такой вот небольшой воздуховодик теперь подойдет. Так, что еще? Так, диски.
Есть ли у нас возможность поменять диски, или эти диски тоже идут сразу с пакетом? Так, давайте посмотрим. Так. Нет, диски мы поменять не можем. Они идут с пакетом. И что дальше? Что дальше? Что нужно для нашего автомобиля? Для него нужен красивый цвет. Так, давайте покрасим наш автомобиль. Ну, я не знаю, в какой цвет. Так, ну, стандартные. Черный цвет. Красивый вообще, в принципе, цвет. Можно такой стандартный черный, да. Ну, не знаю. Давайте посмотрим. Сделать черным. А, допустим, пакет. Так, нет, пакет нам тоже так. Хотя, в принципе, смотрится довольно-таки неплохо. Ну, единственное, все равно, давайте еще раз весь автомобиль и покрасим действительно в черный цвет. Или нет, даже он будет не черный, а такой. Вот такой вот цвет. Все, вот такой вот интересный цвет. Так, что у нас есть? И теперь низ попробуем все-таки покрасить. А если в серебристый? Вот, смотрите. Так, нет, а если еще светлее? Вот, довольно-таки неплохо выглядит, да? Думаю, так можно и оставить, да. Наверное, так я и оставлю. Теперь подберу фон. Вот такой вот фон я выбрал, мрачненький, но довольно-таки подходящий для нашего автомобиля. Так, вот так вот выглядит наш автомобиль. Напомню, это Lada 2110 десяточка. Вот такая вот она у нас получилась. Так, тонировочка, конечно, не хочет смотреться. Вот такая вот Lada 2110. На этом я буду заканчивать свой тюнинг проект. Напомню, с вами был канал Супер Тюнинг. Подписывайтесь на наш канал, смотрите следующие тюнинг проекты. Всем пока!